Надо поесть что-нибудь. А вы уверены, что нам нужна вот сюда люстра, потому что мы будем от нее об головой биться, нет? Это ну, ты с позиции реалиста? А? Да, наверное, будем, да. Но. Это говорит, ты с позиции реализма или. Нет, ну просто она реально висит прямо перед лицом. Это нормально? Блин, даже пожрать нечего. Ладно. Пойдем. Растение снаружи. Ага. Блять. Какая-то веганская реплика получилась. Ягодки. Ночью. Нас, блин, мы не выбираем. Нас не поймали, значит, фига. Блин, даже, говорит, пожрать нечего. Растение вообще-то снаружи. Я прыгнула с самого верху, я все равно не допрыгнула. Ну, значит, плохо распрыгиваешься, что-то надо сказать. Плохому танцору, как говорится. Mm-hmm. А я-то думала, что мы друзья. Ошибочно, видимо, полагала. Да. Уходит так. Хорошо, что ты сама это признаешь. Где Брикен? Спят. Когда мы рядом деревья рубим? Ну, не всегда же мы это. Так молча ушла, не сказав ни слова. Я пойду пожрую, отойду ненадолго. Сейчас вернусь. Кстати, насчет пососать члены после этого, после Фореста. Или вы отдыхать пойдете? Ну, у тебя зоржа отошла. Я не пойду отдыхать. То есть ты за? Видимо, да. Нет, ну ты за или не за? Если не хочешь, их не буду тащить. Вик! Блять, вот построишь зиплайн? Пойду. Нет. Он там, блядь... Джонсон, да. Я, блядь, не разговариваю как китаец. Не надо тут мне. Зря. Где там твой костер неугасающий? Блядь, я вот не знаю. Вот мне кажется, я вот хочу больше грядок сделать, но здесь, блядь, не это. Неровно.
Как ножку. Поставил. Ну так что, ты хочешь или не хочешь? Да, сразу после зиплайна. Ну ты хочешь? Да, если построим зиплайн. Вик, слышишь? Вот я хочу сделать еще несколько грядок. Может быть, вот так хотя бы оставить? Потому что они не ставятся здесь как бы криво. Все здесь полом застилать хотя бы... Так оставляй, пожалуйста. Так, конечно. Оставить, да? Хотя бы. Ну, да. Или, да, да. Или уж слишком они как-то по ущербу. Не, оставляй, оставляй, оставляй. Просто мне кажется, больше этих, как его, больше ягод, это заебись. Согласен. При условии того, что мы просто не в состоянии себя особо мясом прокормить. Бля. А. Ебака ходит большая. Ну, это надо до утра. Подходи ко мне. Бля. Подожди, блядь. Я, блядь, застряла в режиме строительства. Иду, иду. А у меня стрел нет. Ебать, колотить. Блять, на меня. А, на меня дерево упало. Она еще жива, я не понимаю. Я не вижу просто. Да, она еще жива, она просто черная. Черно-красная. Господи, блять, ты че такое? Мамин топотун, блядь. Вырезай. Пиздец. Вот это я понимаю, экспириенс. Под утро, блядь. Слетала. Угу. А? От что меня такое? Поступило предложение после Фореста пойти члена пососать. Ты пойдешь? А время сколько? Если отдыхать будешь. А время 20:26. Я сказала, что если она построит зиплайн, я за. Смотря когда закончим, потому что я где-то в 12:30 сейчас я должна буду отвалиться. Так что если я пойду, не очень надолго. А, ну, через час-полтора ты должна быть штолиться. Ты, скорее всего, не успеешь. Мы пока тут сидим еще. Ладно. Маша, я везу тебе. Вези, я тут рублю. Везу, везу, везу. Можешь и вторую привезти. Ребята, мне пришла гениальная идея. Вырубить лес. Чего? Этой стороны. Зачем? Потому что он ближе, если как раз. Ну, так-то да, там будет, можно туда переходить. Но у нас здесь просто нам даже здесь рубить-то не надо. Там бревен валяется, жопой жри просто.
Ну, если бы так говорить, тогда ладно. Намахач. Давай. Ебать, хавать хочется, пиздец. Надо сохраниться пойти. Пойди, на яблоки поешь. Тут, кстати, жижа валяется, Зор. Какая жижа? Не крышит от него кусок. Большой великан на нас напал ночью. Большой великан? Это так большая херня? Ну, такая, да. Толстенький такой. Аккуратно. А, да, меня пошла вдубану на пол КП. Я хотела еще грядки сделать там, но я так до сих пор, блин, и это. И не поняла, как их лучше положить. Ну, там, короче, особо ничего не положишь. Ровно, длинно. В этом большая-большая проблема. Ты не хочешь пока пойти набросать? Я тут порублю чуть-чуть, а ты грядки набросай на территории. Лучше, наверное, набросай, я уже делал свою работу. Я просто не знаю, как вы хотите, чтобы они были. Да просто, чтобы они были. Но они все криво ставятся, и сколько какие-то маленькие. Сейчас. Все, можно, конечно. Но мы, по-моему, почти уже мы закончили, по-моему, нам одно бревно осталось. Тут еще лестничка есть одна. Да, с забором мы закончили. Да, вот еще 6 сюда на лестницу. Да. Это чтобы, ну, подниматься и сейчас стрелять. Угу. Уже сделанная лестница. Вот, здесь их 3, их 2. Угу. Маша пока не определилась. Я не помню, ну, я, по-моему, их 2 оставила. Че ты начинаешь? Че, мне тебя подъебать нельзя, что ли? Зачем? Блять, это основа нашей дружбы. Той самой? Да, той самой, блядь. С копьями, нахуй. Бывший лучший, вот это вот. Да. А вообще кролики забегут, если у нас забор? Да, я уже лутала их. Хорошо. Одного. Как целиковый забор, да? Ну, нет, так нет, переставим. Ага. Ты не хочешь, чтобы они пиздились? Ага. А? Если не хочешь... Ты зиплайн думаешь, как делать? Так. Пища, грядки. А у вас рыба не испортится? А? Рыба? Убери, пожалуйста, вот эту стенку, которая возле твоих апартаментов шикарных. Какую стенку? Вот эту вот с окном. Не стенку, а проем вот этот просто. Дай мне вот проем буквально там. Небольшой. То есть всю вот эту стену, да, с окном убрать нахер? Ты можешь ее не убирать. Просто дай мне проем. А как я дам тебе проем, если я не уберу стенку? Ну, может быть, не обязательно убирать целую стенку. Не, я обязательно убирать. У тебя тогда дырка будет вот здесь. Да уж.
было жестко. И вот тут тоже немножечко. Дополнительная дверь, блядь. Какое хорошее время, чтобы выйти в окно. Прямиком в нахуй просто. Мне нравится. Вот. Пять. О, круто. Пять бревен мне надо. Дайте мне бревна. Right now. А, мне хватило до... Блядь. Сюда вот, с одного хватило, второго не очень. Вот у меня есть два лишних бревна. Mm-hmm. Они уже мои. Нет, которые у меня в руках. Здесь сюда. Там вот очень много бревен. Не, ну мне надо делать огород и эту, поэтому... Поэтому не нам, а тебе, да? Верница. Вика, я плыву к тебе. Зачем? Чтобы ты не деревья срубила. Мне дали достижение за то, что я очень много посадила. Я понятия не имею, как... Это, видимо, оттуда спускаться можно только, да? Туда забираться нельзя, видимо. Ну, это в один конец, да. Ну история. Да, ну ладно. Давай, Вик. Она уже построила? Да. Да. Девочки, высадите, пожалуйста. О, прикол. А это с крыши надо или с этого как? С второго этажа на лестнице поднимаешься, ага. И съезжаешь. Сейчас. Пять бревен у меня есть. Ну, аккуратно. Крутяк. И ближе к нашему поселению. Блять, и ёлки в лицо. Давай, падай на меня. Все, поехали. Или мы больше хотим? Девочки, посадите, пожалуйста. Everything all right. Чё посадить? Посадите, пожалуйста, на территории все семечки, которые у вас есть, в большую эту. Там. В большую грядку. Это маленькая, там большая справа вот. Блять, уже поздно, извините. Только что это большая грядка. Блять, это долбоёбшка. Это долбоёб. Поэта по-чешски или не знаю. У нас только что отфармилось штук 10 реп в одном и том же месте. 10 реп. Ну блин, у нас классно. Вот это я понимаю, приватизация территории. Политическую шутку так и хочется, блядь, впихнуть. Я тебе стенку почти построила. Спасибо. Там куча бревен в воде плавает.
Слушай, так а может ты сможешь так и в других местах все залатать, нет? Да. А? Стенку на стенку тебе поставить? Ну, она залатала вон здесь как-то каким-то чудесным образом себе. Да. Apartments. Конечно, залатала. Конечно, залатала. 16 костей нам надо еще, кстати. Ну, это на люстру, которая, блядь, в которую мы врезаемся головой. Ну, как я не врезаюсь в него? Так ты, блядь, обойди, в чем проблема-то твоя? Блядь, она висит прямо перед входом куда, в лестницу, ну... Вяленая крольчатина. Интересная книжка. Что угодно, лишь бы с тобой не разговаривать. Ну что, сложно было зиплайн построить, да? Сложно было договориться с местными, чтобы они, блядь, территорию отдали. О, ебать, сколько рыб резнулось. Как они вообще стоят в этом месте? Я не ебу, но как-то они там стоят. Что я сделала? Я потом это сделала так, чтобы вот это было залатано, но не понимаю как. Стены поставила. С противоположной вон, посмотри, стены у тебя. Поверни. А мне это? Ну, подходишь на каждую цену, нажимаешь, отменяешь. Заходишь. Ничего, просто доделала делянку с дровами, заполнила ее здесь. Так, а мне нравится эта идея. Ну-ка, стоп, давай-ка. Вот, вот так вот можно. А вот нужно оставить. Мне кажется, она не ловится с причала. Очень хуёво, но ловит. Как снаружи выглядит? Тебе главное, как это выглядит изнутри. Убогая тут, блядь, снаружи. Теоретически, Зор, мы можем нахуй еще раз снести крышу и построить ее заново просто, вот и все. Да нет, с крышей нормально, пускай. Пускай будет, что есть. Мне главное было вот эту хуйню закрыть. Вышло хуёво. Ладно, пусть будет как будет. Знаешь, что теперь проблема? Наш. Кролики наш не пасутся. Да, давай срубим и там поставим за территорией. М?
У нас на территории, кстати, стоит это. Штука для палок. Типа как дровяник, только для палочек. Если что. Хорошо. Палочник получается. Наверное. Ты одну поставила? Вторую не надо? А, да, сейчас вторую поставлю. Давай. Что ты наблюдаешь там, блядь? Поставила. Ну, а рыбу съесть, ребят, которые у нас есть. О, я голодная, иду. Она варится еще, по-моему. Не, в костре? Или какую? Не-не-не, так что на этих штуках. А, ну да, и правда. Mm-hmm. Ну, я сейчас это, если он сейчас поджарю, если потом не испортится у меня. Так, ну чё, там Розота орёт, они сюда зайдут, не зайдут, нет? Вы древесный сок не забывайте собирать? Я собираю, да. Угу. Так, ну чё, слушай, они бегают просто, бегают и бегают. Кушать можно, бежать. О, ах ты сука, они ломают, понятно. Чё они делают? Они ломают нам стены просто. Угу. Надо, короче, эти, ловушки ставить, ну, типа к стене шипы, там, колья, я поняла. Ну, она типа, наверное, не сильно ее боданула, но урон прошел по стене, так что да. Надо эти колья просто ставить, чтобы они на колья накалывались, а. Все? А кто-нибудь. А где костер? Вот костер. Слушайте рыбку, ребят. Сейчас. Она в доме у нас. Этот звук слышно, нет, всем? Да. Как ты стучишь молоточком? Туки-туки, блядь. Так, я бегу кушать. Ам-ням-ням. Так, я сохранилась.